Right. Better get going. Big day for you tomorrow. This is a cup game, Grandad. Hey, there's no such thing as just another game in the FA Cup. This is the toughest cup competition in the world. Now, you do well to remember that. Don't mind him. It's the only trophy he never won. He might not admit it, but that's the biggest single regret in his whole career. Now you go out there and do your best. Night, son. Мы на King Power Stadium, стадионе, который один раз принимал даже матч английской сборной. Было это давно, в 2003 году, и этот стадион принес англичанам успех. Да, благодаря голам Стивена Джерарда и Джо Коула была повержена сборная тогда еще Сербии и Черногории. Уэйн Руни. Люк Шоу. Манчестер идет вперед. Прекрасная передача. Плохая передача. И прерывает ее защитник. Кристиан Фукс. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Морган Шнайдерлин. Руни. В футболе нужны такие лидеры, как Уэйн Руни. Кто же еще взбодрит партнеров, как не он? Ну а если ошиблись, то Руни и напихать может. Жестко, но по делу. Ахмед Муса. Антонио Валенсия. Майкл Керрик. Манчестер в атаке. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Было нарушение, но мяч... Нужно забивать и выходить вперед! Главный удар. Мяч у Манчестера. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Ахмед Муса. Пас в разрез очень точно. Великолепно исполненный пас в разрез. Менди. Мяч за пределами поля, угловой. Ничего не получилось создать на этом стандарте. Вратарь во всем виноват. Отличный момент. Джейми Варди. Гол! Один на один, мяч впереди. Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Генрих Мхитарян. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хантер. А вот это уже здорово. Антони Марсиаль. Транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку.
Игрок вколачивает мяч от перекладины в ворота, всю душу вложил в этот удар. Да, пробил действительно очень сильно и точно. Тот редкий случай, когда предъявить претензии практически некому. Счет снова равный, 1-1. Уэс Морган. Джейми Варди. Ждешь ли ты чего-нибудь определенного от него сегодня? Великолепную игру показывает сегодня нападающий. Постоянно идет в атаку. Очень здорово действует во всех аспектах. Вот это удар! Мяч уходит на угловой. Уэс Морган. И не точно бьет головой игрок. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защита справляется. Уэйн Руни. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Судья добавляет 3 минуты. Керри. Может получиться интересная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. После первого тайма счет в матче ничейный 1-1. Матч остановлен, и сейчас произойдет замена. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Великолепный проникающий пас. Ну, может быть, подать пора? Уэйн Руни! Теперь у них преимущество в один мяч. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба и поэтому ведет за собой своих партнеров. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Уэс Морган. Здесь защита справляется, мяч отобран. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в угол. Похоже, готовится замен. Антони Марсиаль. Поль Погба. Антонио Валенсия. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Да. И как опасно пробил. 11-метровый, без вопросов. И это пенальти, и это шанс увеличить разрыв в счете, это шанс выиграть матч. Да, такой фол под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. Вообще, пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Тут все сделано как надо. Ну, здесь голкипер был бессилен. Игрок подошел к мячу и очень уверенно отправил мяч в ворота.
Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1 счет. И играть еще полчаса. Дэнни Дринквотер. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Дэнни Дринквотер. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой удар! Гол! 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 Ну что, битва не окончена еще. Смотри, какой разрыв отыграли. Да, добраться до лидеров, да еще вот так вот настырно, это уже подвиг. Посмотрим, что будет дальше. Счет 3-2, смотрим дальше. Мата Гарсия. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Это может быть опасная атака. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Ахмед Муса. Риад Махрез. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Это угловой удар. Мяч покинул пределы поля. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Есть варианты для паса. Джейми Варди! Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Сейчас замена будет в команде хозяина. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ударище просто! Не попадает он в ворота. А это был отличный шанс сравнять счет. И этот шанс, к сожалению, упущен. С этой заменой у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Дэнни Дринквотер. Синдзи Оказаки. Тут может что-то получиться. Надо забивать и сравнивать счет. Невероятное спасение. Это угловой. Смотрим статистику. Много била команда впереди по количеству ударов, но проигрывает тем временем. Да, битит. Опасно! Просто здорово сейчас защитник сыграл. Муса. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. И это удар! Джейми Варди! Шикарная атака, ну же! Нет, уже был свисток, лайнсмен зафиксировал офсайд. Динамики он не показался лично мне очевидным, но атака прервана, хотя могла быть решающей. Хорошая атака завершается, потому что арбитр на линии увидел офсайд. Кто же выйдет победителем? Ждать осталось совсем недолго. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Роберт Худ. Кристиан Худ. Так, теперь все вперед! Вратарь вперед! Все вперед! Атакуем! Хорошая подача, но защита на чеку. Итак, звучит в финале свисток. Побеждает Манчестер Юнайтед.
Количество ударов по воротам, процент владения мячом, мы прекрасно знаем, не гарантирует победу. Вот смотри, в баскетболе ведь забивают в кольцо по 50 раз за игру, не выигрывают. А в футболе порой хватает одного момента. Да, из 3-4 шансов не забиваешь свои, значит, будь готов к тому, что забьют тебе. Мне кажется, статистика матча не выигрывает. Это больше для тренеров или иногда даже для уж слишком фанатичных болельщиков. Но результат зачастую складывается не из статистики, а из комплекса факторов. Любая мелочь, любая деталь в футболе важна. Всем привет! Ваши комментаторы сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Будем надеяться, впереди нас ждет увлекательный футбол. Сегодня весь Манчестер опустел на 90 минут. День дерби для этого города – особенное событие. Сити против Юнайтед. На ваш экран. В Манчестере есть такая примета. Хочешь победить в дерби – звони Петеру Шмейхелю. Он не проиграл ни одного дерби, хоть и выступал за обе команды. Да, за горожан всего один сезон, но факт остается фактом. Этихад Стадиум, он же бывший City of Manchester, рассчитан на 60 с лишним
тысяч зрителей и считается одним из самых современных спортивных сооружений в мире. Честно говоря, не очень понимаю, откуда такая характеристика. Я работал на этом стадионе в финал Кубка УЕФА в 2008 году, который выиграл «Зенит». И должен сказать, Константин, никакого впечатления этот стадион не произвел. Знаешь, Георгий, я тебя здесь поддержу, потому что мне тоже довелось разок побывать на City of Manchester, когда Сити играл в Лиге чемпионов против московских армейцев. И действительно, стадион большой, комфортный достаточно, уютный, но вот какой-то непритягательный. Хотя для Англии это, наверное, даже удивительно. Хантер в атакующем рывке. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Шнедерле. Какой-то, знаете, между собойчик. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Подавай! Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. С мячом Сильва. Партнеры открываются. Пабло Сабалет. Нолито! Это выше ворот. Хантер. Генрих Мхитарян. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Терпеливо ждут они своего шанса. Вот это удар! Угловой удар, мяч у Манчестера. Выигрывает борьбу вверху и бьет. Гол! И они выходят вперед! Айда гол. Сыграно как по нотам. Но здесь оба сыграли очень здорово. И тот, кто навешивал от угловой ответки, и тот, кто красиво завершал головой. 1-0 в нашей игре. Отаменди. Нолито. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вес. Это плохая передача, и первым на мяче оказывается защита. Алекс Хантер устремляется в атаку. Где же удар? Алекс Хантер! Практически сразу они забивают второй, без паузы, несколько десятков секунд. Это разве пауза? Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Два ноль. Отыграться теперь будет труднее. Фернандо. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Уэйн Руни с мячом. Отобран мяч. Надо возвращаться. Антони Марсиаль. И выносит мяч за лицевую защитник. Послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Пабло Сабалет. Керрик. И пас обратно. Скучновато. Антонио Валенсия. Отличный рывок Алекса Хантера. Забивать нужно! Руни! Прекрасный гол!
Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба и поэтому ведет за собой своих партнеров. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Давид Сильва. 3-0 после первого тайма, по-моему, все ясно. Что скажешь об игре Уэйна Руни, Константин? В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. Замена у Манчестер Юнайтед. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Хантер! Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Поль Погба. Мяч попал в судью. И в разрез. Шикарно. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Уэйн Руни. Отлично задумано. Отлично исполнено. 5 баллов. Забирает мяч голкипер. Головой отдал он мяч партнеру. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Навас Гонсалес. Хантер. Кевин Де Брюйне. Тут может что-то получиться. Удар! Опасно! Зарядил в небеса. Мхитарян. Отличный перехват. Это Винсент Компани. Могло бы получиться, но бы не считается. Алекс Хантер устремляется в атаку. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Опасная подача была, но оборона справляется. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Замена сейчас произойдет, все здоровы, так что замена, видимо, тактическая. Хименес Сильва. Давид Сильва. Агуэро. Отлично сыграно, надо решать. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Мяч ушел в аут. Хесус Навас. И пошла передача. Пошли последние 15 минут. Матео Дармиан. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Компани здорово успевает накрыть этот пас. Потеря. Все, в оборону. Венсан Компани. Атака продолжится через фланг. Штрафной в исполнении футболистов Манчестер Юнайтед.
А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Тут же наказывает соперник, неудачно принял, тут же отобрали. Это может быть опасная атака. Опасно! Относительно легкий мяч для вратаря. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Удар по воротам. Все старания команды сведены к нулю одним лишь последним касанием. Игроки, буквально все игроки хватаются за голову. Упущена очередная возможность забить гол. 2 минуты осталось играть в основном времени матча. Люк Шоу. Судья решил добавить 3 минуты. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Ну вот и все. Матч завершился. И выиграл сегодня Манчестер Юнайтед. Хороший матч. Замечательный матч. Матч практически в одни ворота между заклятыми друзьями. Да, и такое бывает. Одним зубов не хватило, зато у остальных, как у акулы. Знаешь, а я ожидал от этой игры немножечко другого. Все-таки соперники очень принципиальны. Ожидал я бескомпромиссной борьбы, драки за честь команды. А получилась игра в одни ворота. Hunter, looking sharp out there. Keep it up. Appreciate that, Mr. Butler. I'm feeling good about my game at the moment. Well, it shows. Carry on grafting like that and there's no reason why you can't keep it up. I mean, who does these ratings? Joke, innit? Okay, time for the big one. Let's check you out. And... 65! I'm not 65! He looks nothing like me. Oh, no, he looks a load better. Shut up. Well, go on then, let's see what you are. Go on then. No. I told them to do it like that, yeah? Yeah, you keep my profile stealth-like, right. and you never see the Williams come in and boom! Come off it. Come in, Michael. How do you know it was me? Oi, Taylor. So was you. When are you going to sign me up? Oh, you didn't get my message? I've got a stack of offers for you. This thick. It's funny. Funny guy. Just passing by, wanted to show you this. You know, you can send pictures on those things, Michael. Go on then. Saw this kid coming out of a shopping centre today. Oh, that poor kid. Must have been out of Williams's. Shut up. You know, the Hunter brand is getting some traction, Alex. So whatever it is you're doing, you just keep doing it on and off the pitch. 50? You are having a mare, my son. Someone needs to up their game. Don't worry, Danny. I'll give you a call. Cheers, Michael. Is this for a dream come true? What? You getting to stand next to me? I better be on the score sheet before you, mate.
Stakes? Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Come on, boys! Настоящий футбол из самого сердца футбольной Европы. Английская премьер-лига на ваших экранах. Потрясающую атмосферу постараемся передать вам мы, Константин Генич и Георгий Черданский. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Ливерпулем. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Матч у нас сегодня особенный. Встречаются непримиримые соперники не только на уровне команд, но и на уровне отдельных игроков. И ты, конечно, имеешь в виду противостояние Алекса Хантера и Гаррета Уокера. Их дружба дала трещину после того, как тренер предпочел последнего и отправил Хантера в аренду. А окончательные отношения испортились после перехода Уокера в стан врага. Сегодня они впервые встретятся лицом к лицу. Знаешь, есть один удивительный факт. Рекордная посещаемость стадиона в Манчестере зафиксирована в далеком 1939 году. А самое удивительное в том, что играли тогда Вулверхэмптон и Гримсби там. Забавно, я, честно говоря, не знал этот факт. Стадион вроде бы Манчестера, а рекорд посещаемости у команды из другого города. В 1878 году был образован футбольный клуб в Ньютон Хит. Но мы-то знаем этот клуб как Манчестер Юнайтед. Один из самых успешных клубов мира. Это на случай, если кто не знал. Команды начинают эту игру. Поехали. Морган Шнедерлен. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Аут. Лукас Лей. Дэн Лов. Лукас Лей. Грамотный пас, все по делу. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Хантер. Генрих Мхитарян. Руни. Манчестер в атаке. Мяч летит в штрафную площадь. Удар по воротам. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Болельщики бывшей команды Уокера выражают свои чувства к игроку, который для них является предателем. Не самыми приятными выкриками с трибуны, естественно. Это неудивительно. Он, должно быть, знал, на что идет, или просто не устоял перед сделанным ему предложением. Крис Смолин. Керрик. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Защитник перехватил передачу. Керри. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пересек мяч боковую линию. Альберто Морен. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Коутиньо. Терпеливо ждут они своего шанса. Потерял он мяч, но кому он достанется? С
Пишет игрок Ливерпуля, будет подавать угловой. Защитник подальше, от ворот выносит мяч. Уэйн Руни. Мхитарян. Антонио Валенсия. Дэн Ловрен. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Антони Марсиаль. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Такие передачи придают атакам остроты. Ужасное исполнение, вратарь с мячом. Руни. Хантер. Альберто Морено. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Потеря. Уэйн Руни с мячом. Антони Марсиаль. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Морган Шнедерленд. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Итак, первая половина встречи завершена. Пока ничья. 0-0. Тренер Ливерпуля проводит замену. Начинается второй тайм. Первый лучше забыть. Это несложно, кстати, потому что не произошло там вообще ничего. А я бы хотел сейчас оказаться в раздевалке одной из команд и послушать, что же скажет ребятам тренер. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Альберто Морен. Вейналдо. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Валенсия. Бросает в бой свежие силы тренер, хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Мяч потерян. Морган Шнайдерман. Алекс Хантер. Валенсия. Пошли последние полчаса игры. Как он работает с мячом. Это Хантер. Гол! Алекс Хантер забивает. Получилось у него использовать свой момент, и он молодец, оправдал доверие тренера. И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы, очень технично и качественно. Футболист и голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Не думаю, что замена вытекает из хода игры. Просто, наверное, тренер хочет попробовать разные сочетания. Субтитры сделал DimaTorzok.
Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Дэн Ловрен. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Посмотрим за этой атакой. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде. Мяч у вратаря. Все в порядке. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Мата Гарсия. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так выглядит. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. А вот это уже здорово. Мяч за лицевой линией, его ведет в игру вратарь. Надо постараться удержать преимущество, поэтому и происходит эта замена. Пошли последние 15 минут. Генрих Мхитарян. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. И навес. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Манчестер Юнайтед атакует. Какой удар! Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Гаррет Уокер рвется в атаку. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Вейналдум! Не справляется с нервами игрок и запускает мяч куда-то в небеса. А шанс? Шанс был хорош. Шнедерлин. Дейли Блинт. Джордан Хендерс. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такое загубить в последний момент. Три минуты будет добавлено. Вейналдум. До конца матча пару минут до спасения. Один гол. Лови момент. Это Уокер. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Очень важный угловой, от него во многом зависит судьба матча. Удар! И все. Вот и все, матч окончен. Победа Манчестер Юнайтед. Алекс Хантер принял непосредственное участие в триумфе своей команды над принципиальным соперником. Да, перед игрой много обсуждали их соперничество с Уокером, но, к сожалению, как таковой борьбы не получилось. Congratulations, Alex. It was your goal that decided it in the end. I felt really confident as the ball came to me and just knew it was going to go in the back of the net as soon as it left my boot. Feels good to know that I'm the difference maker in this team and I just look forward to getting more. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Yeah. You know, every time I step on a pitch, I give my team a chance to win. It's always been that way since youth football and the academy. It's no different tonight. We're 3 points better off for it. I'm just glad the bosses realize what I can do.
The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? You know you're better off asking the gaff about that kind of stuff. I just play where he tells me to. We got it, thank you. My pleasure. Oi, Alex. Hold up, mate. Catch up with you in a bit, yeah? Well, I guess. Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Look, back when I left, now all that, contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. It's that smart, isn't it? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to my stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker, shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Oh, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Well, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? Gaz, it's a long time since exit trial, man. Come. Nah, you're all right, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. Ah, leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. Seriously, I'm hypoglycemic. What?